сегодня мы проводим отборочный турнир «Гладиаторы в клетке», уже традиционный, который мы проводим в нашем зале. Вот этот турнир является отборочным для участия в профессиональном турнире 2 декабря в развлекательном комплексе «Харитонов». Наш турнир является как бы таким стартом, трамплином для новичков. Плюс этот турнир еще является как бы знаковым. Почему? Потому что мы начинаем сотрудничать с городской федерацией хортинга. И по результатам нашего турнира будет также отбираться команда для участия в чемпионате Украины по хортингу, который будет проходить 21 октября в городе Запорожье. Сегодня у нас посетило около 120 участников. В этот раз у нас больше деток. За первые места в вечерней программе ребята уже получают финансовый стимул. То есть мы дарим им денежные призы. Ну и, соответственно, те, кто будет драться уже на профессиональном турнире, они дерутся уже за гонорар денежный, ну и за место в мировом рейтинге. На сегодняшнем турнире я занял первое место, у меня было два боя. Конечно, слишком уж легко было, достойный бой был. Поздравляю моим соперникам, желаю им удачи, успеха. Хочу сказать моим тренерам спасибо большое. Если бы не они, ну, я не думаю, я бы не добился к такому. Спасибо Артуру Малявину, Максиму Латвиенко и Юрию Александровичу. Я занял первое место, и это мне помогло выступать в Киеве на чемпионат Украины по хортингу. Сегодня мы находимся на Кубке Харькова по казацкому двобою в разделе ММА, Mixed Fight. Мой спортивный клуб «Спарта» Чугуев в составе 7 человек прибыли на этот кубок для того, чтобы выступать. Как бы уже половина ребят отбилась, позанимали призовые места, первые, вторые места. Также мы сотрудничаем со спортивным клубом «Воин» Артур Малявин. Проводим совместные турниры по смешанным единоборствам «Гладиаторы в клетке». Ребята показывают здесь хорошие поединки, хороший турнир, хорошая организация. И побольше бы таких турниров для того, чтобы росла наша молодежь и наша нация. Занимаюсь сейчас таким видом спорта, как казацкий двобой, который развивается в Украине большими темпами, и большое количество спортсменов привлекается к нему из разных видов единоборств, поскольку это довольно престижно. Как судья международной категории я хочу отметить, что сейчас это судейство тоже очень на большом уровне, и многие тренера и судьи пытаются получить такие международную категорию для того, чтобы можно было судить ребят на международных рингах и клетках страны и мира. Этот турнир «Гладиаторы в клетке», он проходит несколько раз в год, и спортсмены, которые победили в этом турнире, в дальнейшем являются претендентами на профессиональные поединки в таких видах спорта, как М1, ММА, WWFC. Наши спортсмены харьковские, в принципе, превалируют на украинских рингах, и чем мы очень гордимся и пытаемся с каждым годом все больше и больше спортсменов привлечь для того, чтобы прославлять наш вид спорта, показывать лучшие результаты, чем были до этого. Всем участникам соревнований желаю побед, обойтись без травм, ну и в дальнейшем перспективных поединков и хороших побед.